Меня интересуют не только наши прямые предки, но и те малоизвестные виды людей, которые вымерли. Мы живем в необычное время, когда мы единственный вид людей на Земле. Это удивительно, что мы одни на нашей планете. Единственные люди сейчас — это наш вид. Лично для меня это интереснейший вопрос. Почему мы единственные люди на Земле? Почему другие виды исчезли? Случилось ли это из-за нас? На Земле существовало по меньшей мере 24 других вида человека. Они выживали в условиях жестокого холода, голода и под угрозой нападения хищников. В конце концов, остались только мы, Homo sapiens. Но почему? Исчезнувшие люди. Индивид, бывший раньше частью группы, остался один. Ему не с кем разделить страх вымирания. Какое-то время он еще живет. Какими могли быть его последние мысли? Можно ли сегодня в нас найти его следы? Метров над уровнем моря. Северо-восточный край Испанских гор. В конце 90-х годов 19 века при строительстве железной дороги строители прорыли траншею через карстовый холм. Внутри рабочих ждало изумительное открытие. За миллион лет до нашей эры внутри этого холма жили люди. В 1976 году один студент обнаружил здесь челюсть. С тех пор это место стало самым большим центром археологических раскопок в 20 веке. Это череп Homo antecessora, человека-предшественника. Его нашли здесь, в шестом слое большой пещеры в Атапуэрке. В левой руке я держу челюсть. Ее нашли перевернутой и засыпанной большим количеством земли. После того, как мы раскопали и осмотрели ее, стало понятно, насколько она похожа на челюсти современного человека. Сходство между челюстью современного человека и представителя человеческого вида, жившего 800 тысяч лет назад, поразительно.
Археология начинается с костей и камней. Чтобы найти ключи к пониманию того, от кого происходит современный человек и какое место занимает среди других видов, были проведены тщательные раскопки. Здесь обнаружили самое большое количество человеческих останков в истории. С них стряхнули пыль веков и собрали воедино. Миллион лет наравне с человеком-предшественником существовал и другой вид – гейдельбергский человек. Спустя пару тысяч лет к ним присоединились неандертальцы. Мы, Homo sapiens, появились последними. Генеалогия человечества похожа на дерево со множеством веток. Отделившись от шимпанзе 7 миллионов лет назад, люди развивались как несколько отдельных видов. Еще сравнительно недавно обитателями Земли были 4 вида людей, найденные в этих пещерах. Теперь мы остались единственными. Почему остались только мы, не ясно. Маленькими шагами мы только приближаемся к правде. И она порой может быть неприятной. На глубине 13 метров обнаружили большую яму, заполненную костями. Пять с половиной тысяч обломков костей, принадлежавших 28 людям. В основном немногим младше или старше 20 лет. Они лежали в массовом захоронении. Еще одной удивительной находкой стал каменный топор. Он сделан из кварцита, а это материал слишком мягкий для изготовления инструментов. Его владельцем был гейдельбергский человек. Но что произошло с хозяином? Когда гейдельбергский человек умер, кто-то специально поместил его тело в глубине пещеры. Мы понимаем, что его тоже убили, потому что в его черепе также видны два отверстия. Следы нескольких ударов в районе левой глазницы. Это было преднамеренное убийство. Гейдельбергский человек. Вид, который появился 700 тысяч лет назад и существовал 500 тысяч лет. Это общий предок неандертальцев и нашего вида. Они известны как первые люди, убивавшие себе подобных. Холодная наука открыла и другую истину. Гейдельбергский человек, наш далекий предок, жил в опасном мире. Рядом с такими животными, как львы, гиены, волки и медведи. Мы нашли прямые свидетельства этого в местечке Боксгроф. Боксгроф находится в Южной Англии. Здесь размещался карьер для добычи гравия. В нем нашли кость ноги, которая принадлежала хорошо сложенному человеку 20 с небольшим лет. Судя по размеру кости,
Этот человек был ростом около 6 футов, то есть 180-182 сантиметра. Он был высоким и коренастым, с массивным скелетом и мускулами, вроде современного регбиста. Эта кость рассказывает о его последних минутах. Конец кости обгрызен животным. То же самое со второй стороны. Такие разломы характерны для обгрызенных костей. Хозяина этой кости съел дикий зверь. Мы видим на этой кости гейдельбергского человека множество повреждений. Это свидетельство трудной жизни. И все же, его крепкий скелет легко мог носить тело массой 90 килограммов. Гейдельбергский человек в свое время был самым разумным видом на Земле. Одновременно с ним существовало и еще 2-3 вида людей. Но ни один из них не пережил гейдельбергского человека. Жизнь этих людей была опасной. Вокруг бродило множество готовых сожрать их хищников. Им приходилось выживать в тяжелых климатических условиях. Зимы бывали очень холодными. Гейдельбергские люди обладали сильными, мускулистыми телами и очень толстыми костями. Жизнь предъявляла суровые требования, и тела формировались под стать ее условиям. Экосистема отличалась от современной. Зебры весили на 80 килограммов больше, а рога африканских буйволов были в 2,5 раза длиннее. Очевидно, людям пришлось подрасти. Затем наступил ледниковый период. Пришла пора неизбежных яростных схваток за пищу. Смерть одного человека ставила под угрозу всю группу. Необходимо было преодолеть этот шок. Гейдельбергский человек, вероятно, использовал некое подобие языка. У них существовала культурная и социальная потребность в коммуникации. Они охотились группами, делились пищей и участвовали в общественной деятельности с использованием орудий. Им необходимо было общаться. Этот каменный топор дает основание предполагать существование языка. Кварцит нельзя найти в этой местности. Представьте. Друг лежит мертвый на земле. Он проверяет еще раз, чтобы убедиться в его смерти. События на месте смерти можно истолковать по-разному.
Они раскололи его череп, измельчили мозг и съели. Был ли причиной этого голод? Возможно, свою роль сыграла первобытная традиция есть мозги покойных, чтобы получить мудрость. Красный камень, за которым им нужно было отправиться в дальние края, использовался для конкретной цели. Поэтому каменный топор положили рядом с телом. Это свидетельствует о зарождении религиозного ритуала. В таком случае уже возможно и существование языка. Мы понимаем, что гейдельбергский человек решил каким-то образом сознательно выбрать этот материал для своего ритуального топора. Это уникальный материал. Он мало где встречается. Они специально добывали кварцит и придавали ему такую форму. Очевидно, этот топор не был просто рабочим орудием. Он имел особое значение для покойника. Климат становился все холоднее. Людям крупного телосложения приходилось сложнее всего. В конце концов, изменения на Земле уничтожили их. Появился новый вид людей, лучше приспособленный к холодам. Когда мы думали, что у современных людей был единственный предок, который постепенно развивался и превратился в Homo sapiens. Но, как и в случае других животных, существовало несколько видов человека. Как мы это выяснили? В 1975 году в Кении нашли останки человека прямоходящего. Это стало неожиданностью, потому что уже было известно о существовании в этом слое другого человеческого вида. Это означало, что два человеческих вида существовали одновременно. Вот наш герой. Парантроп Бойса. Зуб современного человека был бы размером сантиметр на сантиметр, а этот как минимум в два раза крупнее. У них были очень большие зубы, гигантские. Их коренные зубы заметно превосходили размерами резцы. Лица у них были широкие и дряблые. Этот вид жил более 2 миллионов лет назад. Из-за формы челюстей их прозвали щелкунчиками. Их мозг был примерно в 3 раза меньше нашего. В те времена 5 или 6 человеческих видов боролись между собой за существование. Прошло примерно 5 миллионов лет с того момента, как начало расти дерево человеческого рода. 3 вида человека – человек умелый, человек рудольфский и человек работающий – существовали в Африке на территории Кении.
то время жили и более грубо сложенные виды, как Паранthrop бойса. Мы, люди разумные, обладали самым грациозным телосложением. Как и другие животные, люди были большим разветвленным родом. Паранthropы бойса были вегетарианцами. Их мужчины вырастали до 130 сантиметров и весили около 50 килограммов. Как они поддерживали свое существование? В этой комнате можно перенестись на 2 миллиона лет назад. Профессор Мачо использует зубы первобытных людей для путешествия сквозь пространство и время. Это запасающие органы травы, которую ели Паранthrop бойса. Они довольно большие, размером с нут. Сладкие и богатые углеводами. В этой пригоршне около 300 калорий. Это серьезная питательная ценность. Но чтобы переварить их, приходится сначала долго жевать. Сильные челюсти и широкие скулы нужны были им для активного пережевывания. Когда зубы стали уменьшаться, этот процесс начался не с изобретением готовки, а с появлением рода Homo. Но в целом мы связываем это с регулярным потреблением мяса, потому что мясо – высококачественная еда, его не нужно есть много. Что означало поедание мяса для людей? Во-первых, необходимостью стала охота. Пришлось развивать более сложные стратегии по сравнению с вегетарианским периодом. В результате у людей увеличился мозг. Мозг – это, главным образом, большой кусок жира. Ему требуется огромное количество питательных веществ. Чтобы получить соответствующее количество калорий, травы пришлось бы съесть очень много. Так поступали Паранthrop бойса. Люди способны за один прием пищи употребить ограниченное количество калорий. Естественно, мозгу приходится конкурировать за энергию с другими органами. Провели сравнение, и оказалось, что существует обратная зависимость между размером мозга и размером кишечника. Другими словами, у животных с большим мозгом кишечник меньше, и наоборот. Эти сравнительные данные показали, что невозможно одновременно вкладываться в оба направления развития. Наши тела потребляют в среднем 1,25 ватт энергии на килограмм массы. Мышцы используют 0,5 ватт на килограмм. Кожа – 0,3 ватт. Она покрывает большую площадь, но энергии расходует мало. Есть более расточительные органы. Сердцу требуется 32,3 ватт. Почкам 23,3.
кишечнику 12,2. Мозгу 11,2 Вт. Сердцу и почкам необходим определенный размер, чтобы выполнять свои функции. А вот кишечник может стать короче, если улучшить качество рациона. Когда люди начали есть мясо, у них стал короче кишечник и больше мозг. Парантроп Бойса съедал огромное количество растительной пищи для поддержания своей физической формы. Им приходилось есть по 8 часов в день. Во время поисков еды они становились легкой добычей для хищников. Жизнь проходила в поглощении пищи, чтобы получить энергию для новых поисков. Медлительная жизнь в вечных поисках пастбища. Была ли это хорошая стратегия? Любопытно, что, чтобы прокормить тело и мозг такого размера, им приходилось есть столько же, сколько гориллам, которые в 4 раза крупнее. То есть в результате такого питания они вырастали в 4 раза меньше, чем гориллы. Качество их рациона было крайне низким. По этим землям бродили и сильные, и уязвимые люди. Шла борьба между желудком и мозгом. Парантропы Бойса, которые выбрали желудок, чувствовали себя неплохо. Пока более мелкие люди, потреблявшие мясо, страдали от голода, парантропы процветали на протяжении миллиона лет. Ископаемые находки свидетельствуют, что парантропы Бойса вымерли около 1 200 000 лет назад. Люди с квадратными челюстями и круглыми лицами. Пришло время людей, выбравших мозг, несмотря на голод. Нам не обязательно есть целый день, как парантропам Бойса. Подобно гейдельбергскому человеку, мы самые интеллектуально развитые существа на Земле. Обладая самым развитым эго, мы живем в обществе. Казалось бы, многое изменилось, но еще больше осталось прежним. Большое латте, пожалуйста. Large latte. Thank you very much. Да, заберите. Профессор Робин Данбар интересуется вопросом, почему человеческий мозг вырос. Вместо изучения костей и камней он проводит когнитивные эксперименты. Есть множество теорий, почему человеческий мозг вырос в процессе эволюции. Благодаря использованию орудий, потому что большой мозг нужен, чтобы делать их более сложными. Или благодаря употреблению мяса. Но ключевой, кажется, возможность создавать большие сообщества с внутренними связями, которые могут защищаться и от хищников, и от других племен, обитающих по соседству.
обезьяны объединялись в группы, чтобы противостоять хищникам. Размер этих групп коррелировал с размером мозга. Это относится и к людям. Орбифронтальная кора – это часть лобной доли, расположенная близко к глазам. Чем крупнее группа, с которой особь взаимодействует, тем больше становится орбифронтальная кора. Люди с развитой орбифронтальной корой испытывают сильное желание контактировать с большим количеством людей одновременно. Все мы хотим общаться с другими и понимать их. Наш вид научился преодолевать физические ограничения тела благодаря формированию отношений. Группы — это ткань, соединяющая человечество. Теперь мы переносимся в эпоху, когда формирование групп стало ключом к выживанию. Земля вступила в последний ледниковый период. Один из видов человека выживал в условиях беспощадного холода. Это были неандертальцы, которые появились около 300 тысяч лет назад. 100 тысяч лет спустя появились мы, Homo sapiens, и стали конкурировать с ними. У них был более крупный мозг. Они жили в среднем немного, около 30-35 лет. Их короткая жизнь была насыщенной. Они кочевали с места на место. Они распространились по всему замерзшему континенту, хотя популяция неандертальцев никогда не превышала 70 тысяч. Мы знаем, что неандертальцы жили малыми группами. Популяция неандертальцев была небольшой не только по сравнению с нынешним количеством Homo sapiens на планете, но и по сравнению с численностью палеолитических людей в целом. Живя в суровом климате, они понимали значимость каждого индивида. У них существовали погребальные ритуалы. Только ли потому, что окружающая реальность была жестокой? Они знали, что такое горе и потеря. Они искали глубокий смысл в повседневной жизни, наполненной трудностями. Как и нас, их волновал вопрос, что произойдет после смерти. Возможно, погребальные ритуалы появились у них раньше, чем у нас. Они лучше, чем кто-либо другой, были знакомы с одиночеством. Неандертальцы жили одновременно с нами, но обладали своими уникальными характеристиками. Неандертальцы потребляли сравнительно много мяса. Некоторые исследования помещают их в пищевой цепи над такими хищниками, как львы и гиены.
неандертальцы были жестокими и умелыми охотниками. Они убивали оленей, медведей, буйволов и даже мамонтов. Если противник был силен, они полагались больше на интеллект, чем на мышцы. Ни один другой вид человека не отличался таким терпением. Вот они заманивают зверя. От охоты зависела судьба всей группы. Каждая смерть воспринималась как болезненная потеря, особенно острая из-за малой численности группы. Умный, сильный и смелый человеческий вид. К несчастью, именно сильные стороны могли стать причиной их гибели. Неандертальцы были сильнее и мускулистее, чем Homo sapiens. Чтобы обеспечивать такое тело теплом и энергией, каждый день им требовалось примерно на 350 килокалорий больше, чем нам. Сегодня было бы достаточно съесть вот такое пирожное. Неандертальцам приходилось охотиться. Всю жизнь они то пировали, то голодали, в зависимости от успеха рискованной охоты. Они вместе трудились и делили добычу поровну. Такое поведение помогало им выживать на протяжении длительного времени. Глядя на этих исчезнувших людей, мы можем увидеть собственное будущее. Этот пожилой ученый посвятил свою жизнь лингвистике. Филипп Либерман не считает, что язык является исключительной собственностью вида Homo sapiens. Они 500 тысяч лет прожили в холодной Европе эпохи ледникового периода. Очевидно, что у неандертальцев существовал язык. Некоторые полагают, что они мычали. Но я думаю, что это чепуха. Основная функция языка – это общение. Он укрепляет отношения. При том, насколько сложной была их жизнь, неандертальцы не могли обойтись без владения речью. Я могу только сказать, что у них не могло быть слов с «и» или «у». И, возможно, они говорили немного в нос. Это следует из строения их дыхательных путей. Изучая черепа и кости шеи, можно понять анатомические ограничения. Так что их речь могла звучать как-то так. Система гнусавых звуков, передающих эмоции. Значимые жесты.
Язык сплачивает группу. Люди пользуются языком для разговоров о политике, экономике, общественном устройстве и личной жизни. Чем больше они общаются, тем более единой становится группа. Профессор Данбар полагает, что отношения влияют на человеческий мозг. Люди использовали свой крупный мозг, чтобы выражать дружеские чувства друг к другу, свои отношения, всю сложность социального мира, в котором мы живем. Язык — это вишенка на торте процесса эволюции. Обезьяны создают тесно связанные сообщества с помощью взаимного вычесывания. Большие группы проводят значительную часть дня за этим занятием. Язык выполняет ту же роль. Обычно обезьяна вычесывает только одну обезьяну в один момент времени, в то время как язык направлен на множество людей одновременно. Люди смогли формировать более многочисленные группы, чем обезьяны, именно благодаря языку. Неандертальцы, чей мозг был крупнее нашего, вступили в мир языка первыми. Почему же они исчезли? Виноват ли климат? Мы переживали жестокие холода последнего ледникового периода вместе с ними. Почему же именно мы оказались успешнее? Неандертальцы жили не так долго, как мы. Судьба отвела им несколько меньше лет, чем нам. Их средняя продолжительность жизни была заметно короче. Одна из тем наших текущих исследований — биологические часы неандертальцев. Зуб хранит сведения обо всей человеческой жизни. Его можно использовать для реконструкции биологических часов первобытных людей. Зубы растут как деревья, наращивая слои. Сформировавшаяся первая часть поднимается вверх. Нижняя часть зуба указывает на время смерти индивидуума. Линия образуется, когда индивидуум страдает от плохого питания или болезни. На основании этих линий можно делать предположение о периодах стрессовых условий. Когда неандертальцы отнимали младенцев от груди, у тех наступал кризисный период роста. Этот кризис проявлялся в так называемой гипоплазии эмали. Она выглядит как полоска на зубе. Если у нас постоянные зубы вырастают примерно в 10 лет, то у неандертальцев в 6. Их детство было на 4 года короче нашего. У неандертальцев не было времени наслаждаться детством. Им требовалось быстро расти и заменять рано умирающих взрослых. К концу ледникового периода популяция неандертальцев сократилась до 5000 человек. Почему мы так медленно взрослеем? Детство современного человека – одно из самых продолжительных на планете. Выдвигались разные гипотезы о преимуществах долгого детства. Одна из них, что такое детство позволяет дольше развивать мозг и совершенствовать социальные навыки. За время детства мы усваиваем сложные правила жизни в обществе. Мозг качественно развивается за это время. Что было у человека разумного и чего не было у неандертальцев, это долгое детство.
последний в своем роде. От 15 до 10, затем до 5. И, наконец, 1. Ближе к концу ледникового периода неандертальцы исчезли с лица Земли. Рано или поздно любой вид может ожидать эту судьбу. Нет причин полагать, что мы являемся исключением. Будем ли мы жить вечно? Почти все существовавшие когда-то в прошлом виды исчезли. Мы в равной степени уязвимы. Люди могут вымереть, разумеется. В последние 30 тысяч лет неандертальцы и Homo sapiens познакомились друг с другом. Как наши предки обращались с этими мощными большеголовыми людьми? Понимал ли он, что с его смертью прекратит существование весь его вид? Если да, он должен был задаваться вопросом: почему мы, а не они? Мы живем в исключительное время. На Земле сегодня обитает только один вид людей. Но еще 100 тысяч лет назад на Земле находились как минимум 4 вида людей. 3 из них заметно отличались от нас, и все 3 вымерли. Весь мир интересуется происхождением человека. Я это уже заметил на собственном опыте. Я попал в центр внимания. Ведь всем интересно знать, кто мы такие. Мы никогда не разберемся в себе, если будем исследовать только современных людей. Нам необходимо изучать наших предков, исследовать путь эволюции, по которому мы прошли. Без этого нам не узнать, почему мы стали именно такими. На Земле обитали еще как минимум 24 вида людей. Их не убили холодные зимы, суровые морозы и даже хищники. Но в конце концов все эти виды вымерли, кроме одного — Homo sapiens, к которому относимся мы. Но почему? Исчезнувшие люди. Остров Флорес находится в центре малых Зонских островов в Индонезии.
По-португальски «флорес» значит «цветок». Чем дальше от берега, тем меньше и реже становятся деревушки. Климат здесь типично тропический, с ярко выраженными сухими и дождливыми сезонами. Это группа ученых из Австралии и Индонезии. Они ищут свидетельства того, как Homo sapiens мигрировал в Азию и Австралию. Цель их экспедиции – пещера, спрятанная в густом лесу. Пешком отсюда до берега примерно 12 часов. Кроме того, пещеру почти не видно, так что она отлично сохранилась. Она очень просторная, 25 метров в высоту и 40 в ширину. В ней прохладнее, чем снаружи, хорошая вентиляция и достаточно солнечного света. Люди вполне могли здесь жить. Работа наших ученых похожа на работу детективов на месте преступления. Только они раскрывают дела, произошедшие миллионы лет назад. Время здесь лежит слоями. Чем глубже слой, тем к более далекому прошлому он относится. На пещеру впервые обратили внимание в 1965 году, когда один священник нашел здесь останки людей. Выяснилось, что люди жили здесь долго. В 2003 году ученые опустились еще на 6 метров вглубь и нашли кости 9 человек. Среди них был череп ребенка. Останки были почти в идеальном состоянии. Сначала мы нашли удивительно маленькую черепную коробку, а потом челюсть, руки и ноги, которые тоже сохранились относительно неплохо. Но поскольку они лежали на глубине 6 метров, то были очень хрупкими. Сначала мы подумали, что это кости ребенка. Череп получил название LB1 от названия пещеры – Лианг-Буа. Вот копия черепа LB1, напечатанная на 3D-принтере. Нижняя челюсть и сам череп. Раньше мы уже находили такие кости и ничего не понимали. Кости среднего человека должны быть больше, а этот череп совсем маленький. Рост этого человека составлял 106 сантиметров, а вес около 30 килограммов. Череп принадлежал женщине возрастом от 25 до 30 лет. Она жила 18 тысяч лет назад.
Тогда уже существовали и мы, Homo sapiens. Но для нашего вида она слишком маленькая. Кто же она? Семь миллионов лет назад люди отделились от шимпанзе и образовали отдельный вид. У них были большие и очень любопытные глаза. Некоторые виды людей умели пользоваться орудиями и охотились на животных. Одни выживали в засушливых пустынях, другие в условиях ледниковых периодов. И всем им пришлось нелегко. Мы не знаем точно, кем были наши предки. Не менее 24 видов боролись друг с другом за выживание. Почему же все остальные вымерли? И почему не вымерли мы? Родословные людей похожи на гигантское дерево, растущее в ветреном месте. У нас с нашими предками были общие корни, но они выбрали другой путь. Одни виды ели мясо, а другие стали вегетарианцами. Одни были высокими, а другие – коренастыми. Из всего рода людей остался только один вид – Homo sapiens. Но относилась ли LB1 к нашему виду или к какой-то другой ветви? Нам предстоит еще многое узнать. Сначала ученые подумали, что скелет принадлежит предкам местных Homo sapiens. Веселым, грубоватым, с хорошим чувством юмора. Но когда ученые рассчитали рост скелета, они узнали правду. Мы сравнили LB1 со скелетами Homo erectus с острова Ява. Эректусы были довольно высокие, но австралопитеки и Homo habilis были низкими. Какое-то время мы не могли сказать, относилась ли LB1 к какому-то из уже известных или к новому виду. Но мы точно установили, что это была взрослая, миниатюрная особь. Низкий рост, малый объем скелета, недоразвитые челюсти. За все это они получили название «хоббиты». А также стало ясно, что у хоббитов был очень маленький мозг, по размеру, как у шимпанзе. Объем их мозга составлял 385 кубических сантиметров. Когда мы отмыли череп и измерили его еще раз, то получилось 417 кубических сантиметров.
Но мы не можем сказать, что это значит, что они были глупыми. История эволюции человека неразрывно связана с историей развития мозга. Наш портативный компьютер постепенно, но уверенно обновлялся на длительном пути эволюции. У австралопитеков, живших 4 миллиона лет назад, мозг был размером с кулак, как у младенца, 450 кубических сантиметров. У Homo erectus, живших 2 миллиона лет назад, мозг стал вдвое больше – 900 кубических сантиметров. Наконец, примерно 500 тысяч лет назад он увеличился втрое – до объема 1250 кубических сантиметров. Где-то в этой стремительной истории эволюции можно найти и мозг хоббитов. Он был меньше, чем у австралопитеков. Но хоббиты и появились на 2 миллиона лет позже. Кто же такие хоббиты? Homo sapiens или совсем другой вид? И вот настоящий вопрос. Могли бы они выжить рядом с Homo sapiens, если у них был мозг, как у шимпанзе? И значит ли это, что они были глупыми? Профессор Саптома представляет важное свидетельство. Горку костей, принадлежавших одному животному. Это животное жило бок о бок с хоббитами. Это кости черепа стегодона, очень важные палеонтологические находки. Мы нашли их в той же пещере, Лиангбоа, в зоне 16, на глубине 7 метров в 2008 году. Ученые нашли в пещере останки стегодона. Как они здесь оказались? Это животное, похожее на слона, весило от 800 до 1000 килограммов. Даже целая группа хоббитов не могла бы убить его голыми руками. Чтобы поймать стегодона, им должно было крупно повезти. А резали таких зверей они с помощью орудий. Посмотрите внимательно. У этого камня очень острый край. С помощью этого инструмента они свежевали животных и отскребали кору с деревьев. Это было очень острое орудие. Вот как им пользоваться. Хоббиты брали каменные молотки и стучали по камню. Примерно вот так. Так, так, так.
Хоббиты использовали сложные инструменты, похожие на каменные топоры, которым уже 2 миллиона лет. Homo sapiens использовали похожие технологии. На первый взгляд разница незаметна. Но технологии Homo sapiens все же были сложнее. Эта технология отстает на 2 миллиона лет. Хоббиты были низкорослыми людьми с маленьким мозгом. Еще 10 тысяч лет назад они жили на острове, отражая атаки разных хищников. Вероятно, они располагались в самом низу пищевой цепочки. Как гигантские крысы. Люди с мозгом, как у шимпанзе. Современники Homo sapiens. Как же они прибыли на этот остров? Пока что мы не нашли свидетельств, что остров Флорес был когда-то связан с материком или с другими островами. Даже когда уровень мирового океана был ниже на 120 метров, Флорес оставался островом. Он окружен очень глубокими морями. Это еще одна загадка в жизни хоббитов. И в ледниковые периоды, и между ними остров всегда был изолирован от континента. Как же хоббиты с таким маленьким мозгом смогли пересечь море? Желая удостовериться, что такое путешествие было в принципе возможным, мы провели эксперимент. Сели на бамбуковый плот, такой, который могли бы построить хоббиты, и без хитрых приспособлений отправились по проливу Сапе на остров Комодо. У нас на это ушло 11 часов. А хоббиты были не такими умными, как ученые, поэтому их путешествие было намного дольше и сложнее. Что же заставило их отправиться в путь? Многие вопросы остаются без ответа. Эти маленькие люди также умели использовать огонь. Они вместе ходили на охоту и вместе несли добычу в свою пещеру. Они совсем не были глупыми. Но остается еще одна загадка. Почему они оказались такими маленькими? Экосистема того периода значительно отличалась от современной. На острове жили карликовые стегодоны, животные, похожие на слонов, но размером с корову. Комодские вараны также обитали в этой части острова. А еще здесь водилось два вида птиц-падальщиков, гигантский аист и марабу, ростом почти 180 сантиметров, и стервятники. Комодские вараны, которые жили бок о бок с хоббитами, существуют и сегодня.
Они намного крупнее всех остальных ящериц. И напротив, хоббиты удивительно маленькие. Эта загадка объясняется правилом Фостера. На островах с ограниченными ресурсами крупные животные становятся мельче, а мелкие – крупнее. Хоббиты жили здесь рядом с маленькими слонами, гигантскими аистами и трехметровыми комодскими варанами. Чтобы выжить на таком глухом острове, им пришлось уменьшить мозг, ведь мозг потребляет очень много энергии. Поэтому люди с острова Флорес становились все меньше, пока не съежились до 1 метра. Хоббиты. Кем они были? К какому виду они относятся? Этот вопрос касается и нашей истории. Доктор Юсуки Кайфу изучает эволюцию людей в Азии. Он сравнил зубы хоббитов с зубами других видов людей. Клыки хоббитов похожи на клыки Homo habilis и Homo erectus, более ранних видов. Но маляры у них совсем как у Homo sapiens. Таким образом, по зубам хоббиты похожи на оба вида. Хоббиты точно не относятся к тому же виду, что современные люди. В зубах и черепе у них есть черты более примитивных видов. Я думаю, это Homo erectus с острова Ява, которые постепенно стали намного меньше. Затем ученый сравнил несколько черепов. У хоббитов внешность была примерно как у Homo erectus. Маленькие зубы и маленькое лицо. Если посмотреть поближе, видно, что по форме черепа хоббиты не похожи на Homo habilis, а похожи скорее на Homo erectus. Возможно, эта женщина была далеким потомком Homo erectus, уменьшившимся на острове Флорес. Считается, что человечество зародилось в Африке. Примерно 2 миллиона лет назад Homo erectus покинул Африку и распространился по Европе и Азии. А 200 тысяч лет назад из Африки вышел и Homo sapiens и начал мигрировать по планете. Мы, современные люди, его потомки. Но если хоббиты — это потомки Homo erectus, этот сценарий необходимо переписать. Оказывается, что Homo erectus, первый выходец из Африки, благополучно жил на разных континентах. Хоббиты из Флореса – одна из его разновидностей. Но примерно 10 тысяч лет назад хоббиты исчезли. Их вымирание – такая же тайна, как и их происхождение. Мы нашли очень толстый слой вулканической пыли. Он был наклонен вот так, тонкий с одной стороны, но очень толстый с другой. Мы можем выдвинуть гипотезы, проанализировав содержание нескольких слоев.
верхнем слое находятся ископаемые останки комодских варанов и Homo sapiens. Костей стегодонов и хоббитов наверху нет. Между двумя слоями находится слой осадочной вулканической пыли. Возможно, причиной вымирания хоббитов стало извержение вулкана. Очевидно, что произошло огромное извержение, возможно, где-то недалеко от Флореса. Оно разрушило всю экосистему и убило людей. Мы выяснили, что после извержения вымерли многие виды, в том числе флоресские люди и стегодоны. Вулканический пепел накрыл остров целиком. Хоббиты наверняка почувствовали приближение опасности. Они сделали все, чтобы адаптироваться. Даже их мозг стал меньше. Ведь для выживания мозг должен быть небольшим, а в первую очередь адаптивным. Ученые дали хоббитам новое имя – Homo floresiensis – человек флоресский. Но они вымерли. А их секреты похоронены в пещере Лянгбуа на глубине 6 метров. А теперь мы отправимся еще дальше в прошлое, к самым истокам человечества. Здесь первобытные люди, когда-то еще до того, как покинуть Африку, сражались за выживание сразу со множеством видов животных. Фиона Стюарт изучает в Танзании шимпанзе, их поведение и гнезда. Самый лучший способ понять, что такое гнездо шимпанзе, самой пожить в таком гнезде. Шимпанзе строит гнезда на деревьях на высоте от 3 до 12 метров. Это дерево намного выше 12 метров.
Фиона поднимается по веревке, залезает на высокую ветку и превращается из прямоходящего человека обратно в четвероногое животное. Шимпанзе строит такие гнезда каждый день. Фиона разобрала примерно 300 штук и поняла, как они устроены. В гнезде мне было теплее. Меня реже кусали насекомые. И я смогла немного лучше выспаться. В таком гнезде большие животные могут лечь и полностью расслабиться, поэтому они начали спать совсем по-другому. Это позволило им развить большой мозг, и поэтому они стали намного умнее. На деревьях безопаснее и уютнее. Зачем же первые люди спустились на землю? Даже через 3 миллиона лет после того, как люди отделились от шимпанзе, они жили на деревьях. На первый взгляд, эти люди больше похожи на шимпанзе, чем на Homo sapiens. Превозмогая страх, они спускались вниз и выходили из лесов. В саванне тогда было очень опасно. Там обитало множество хищников. И напротив, на деревьях жить намного безопаснее, и при этом там много еды. Если бы ничего не менялось, люди до сих пор жили бы на деревьях. Этому человеку 4,4 миллиона лет. Это один из ранних человекообразных. Мы очень удивились, когда раскопали этот скелет самки. Она оказалась совсем не такой, какой мы ожидали увидеть нашего предка. Мы назвали ее Арди. Этот череп принадлежит взрослой самке, жившей более 4 миллионов лет назад. Ее отнесли к виду Ardipithec ramidus и дали сокращенное имя – Арди. Арди была похожа на шимпанзе. Вот ее ступня. Она отличается от человеческих ног. На ней есть далеко отставленные большие пальцы. Далеко отставленные большие пальцы на ногах – это самая интересная ее черта, которая поразила нас всех. С помощью далеко отставленного большого пальца на обеих ступнях Арди могла хвататься за ветки своими ногами. Такие ноги больше подходят для жизни на деревьях, а не на земле. Но иногда люди все же спускались вниз. Они могли кое-как ходить на двух ногах. Почему же ученые считают, что это люди, если они больше похожи на шимпанзе, чем на нас? Мы относим ее к людям, к человекообразным, к нашим предкам, из-за устройства зубов и потому, что она ходила на двух ногах.
Эти две черты – главные признаки человекообразных. Чтобы быть человеком, достаточно уметь ходить на двух ногах. А в этом ящике лежит еще одна интересная деталь. Зубы современного шимпанзе. У него большие клыки. Когда люди отделились от шимпанзе, их зубы быстро уменьшились. Зубы Арди стали меньше, чем зубы других приматов той поры. Климат постепенно становился засушливее. Судьба человечества теперь зависела от Арди. Она могла ходить на двух или на четырех конечностях. Но когда леса исчезли, конкуренция стала жестче. Ей пришлось стать прямоходящей. Ее сородичи едва умели ходить, но все равно переселились в опасные саванны. Их походка была неуверенной. Зато теперь у них имелись две свободные руки. Это был первый шаг человечества в бесконечном путешествии через опасное будущее. Как жили люди за пределами лесов? За ними гонялись хищники, и им приходилось бороться за пропитание с другими видами людей. Но, несмотря ни на что, они выжили. В 1978 году в 45 километрах к югу от ущелья Алдувай ученые нашли самый главный след в истории. Эти отпечатки ног находились вот здесь, справа от меня. Сейчас это место уже завалено грудой камней. Ученые установили, что им 3,6 миллиона лет. На этом месте были отпечатки ног трех человекообразных, которые шли с юга на север. Три человека прошли по влажному пеплу, и отпечатки их ног заросли травой. Эти следы принадлежали людям вида афарский австралопитек. Отпечатки пальцев и пяток на земле почти неотличимы от отпечатков ног современных людей. Два взрослых человека куда-то идут, и вокруг них весело бегает ребенок. Покинув леса, люди постоянно сталкивались с проблемами. И до сих пор люди постоянно путешествуют и переезжают с места на место.
Например, Фиона прилетела в Танзанию из далекой Великобритании. Ее цель не показать различия между людьми и шимпанзе, а найти черты сходства между ними. Так мы сможем лучше разобраться в себе. Шимпанзе строит гнезда, и Фиона лезет в свое место ночлега. Судьба шимпанзе, оставшихся на деревьях, действительно отличается от судьбы людей, которые осмелились рискнуть. Человекообразные начали ходить на двух ногах, потому что так было очень удобно лазить по деревьям. Не следует думать, что сначала мы ходили на четырех ногах, как шимпанзе, а потом спустились на землю и начали ходить на двух. Люди сначала перемещались так по деревьям, а потом просто спустились на землю. Человек, как и любой другой вид, это уникальный набор свойств. Но именно этот набор делает нас людьми. В него входят прямохождение, крупный мозг и использование сложных орудий. Арди оказалась на распутье. Она наверняка боялась порвать с прошлым и шагнуть в будущее. Но от ее выбора зависело, станет ли наша жизнь такой, какой мы знаем ее сегодня. На русский язык фильм дублирован компанией «Видеофильм ТВ».